На вокзале «Рязань-2» в основном делают остановку поезда дальнего следования. Перед каждым прибытием сотрудники транспортной полиции отправляются на перрон. Следить за правопорядком им помогают камеры. Как только пассажир выходит из поезда, сразу попадает в зону видеонаблюдения. Под прицелом системы «Безопасный город» все объекты, начиная от переходов, заканчивая залом ожидания. Эта система довольно-таки хорошо позволяет, если какие-то совершаются преступления, то можно отследить. Плюсом этой системы является то, что все видеозаписи, они архивируются, и в любой момент можно всегда просмотреть, что происходило, в какое время. Изображения со всех камер на вокзалах Рязани попадают сюда в линейный отдел полиции. Если система находится в падении, на место сразу же направляют наряд. В этот раз нарушителей обнаружено не было, но во время обхода транспортные полицейские заметили спящего пассажира. Здравствуйте, полиция Шульгина. Документы предъявите. Куда едете? На Москву, да? К таким пассажирам всегда подходят. Разбудить, чтобы не пропустил свой поезд, и узнать, все ли в порядке. Система «Безопасный город» на таких пассажиров не реагирует. Она в первую очередь ищет преступников. Процент совпадения высокий. Эта система настолько тонкая, что если антропологические данные граждан, которые находятся в розыске, они закладываются уже в программу, в компьютер, и камеры, которые отслеживают данное лицо, то есть по лицу, там, да, по строению лица, это отслеживает. То есть это 99% вероятность, что это данное лицо будет выявлено. Денис Лева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».